Салют, ребят, я Иван Толмачев, и вы смотрите самый народный канал Дай 5 и шоу Плюс-минус. И сегодня мы с вами поговорим о том, каково это быть ребенком. Какое-то время назад я косвенно затрагивал эту тему в выпуске «Быть взрослым». И сейчас я решил, что пришло время почти год спустя раскрыть потенциал этой темы. Ну что ж, давайте перейдем непосредственно к сути выпуска. Поехали. Минусы. Первый минус – неопытность. Сколько раз, уже будучи взрослыми, мы удивлялись глупости и наивности своих поступков. Почему я тогда просто не подошел к девочке, которая нравится, и не позвал гулять? Зачем доказывал что-то родителям своими глупыми поступками? Зачем ел песок? Многие ошибки совершались просто по неопытности или по глупости, но в детстве по-другому и не бывает. Второй минус. Возможности. Их, прямо скажем, немного. И это главная проблема. В детстве у вас крайне мало возможностей что-либо делать. Прежде всего, я говорю о средствах и времени. Если вы не мажоры, то карманных денег, скорее всего, вам дают немного. А получить новые крутые вещи, типа гаджетов, шмоток или игр, скорее всего, получится только по праздникам. Третий минус. Подчинение. Пока вы являетесь ребенком, вам так или иначе придется слушаться не только своих родителей, но и других взрослых. Рано ложиться спать, не гулять допоздна, не сидеть долго за играми, делать уроки и еще целая уйма указаний и запретов. Несмотря на то, что родители чаще всего преследуют только благие цели, детям изо всех сил хочется избавиться от надзора и самим принимать жизненные решения. Такие вот получились минусы. Вы можете сказать, что их там многовато или с чем-то не согласиться, и об этом пишите в комментариях. А я тем временем хочу перейти к плюсам. Но сначала я хочу прочитать самый лучший плюс, который может быть у того, чтобы быть ребенком. Его нам отправил Ярослав Мудрый Гель, и он пишет, что ребенком быть круто потому, что никто не может тебя убить. Плюсы. Первый плюс. Беззаботность. Несмотря на то, что в детстве есть свои заморочки – школа, отношения, социализация – тем не менее, эти сложности далеки от тех, которые ждут вас во взрослой жизни, когда нехватка денег лишит вас не похода в кино, а еды на несколько дней. Вряд ли вы сможете назвать хоть одного взрослого, который бы с радостью не вспоминал то время, когда голова не болела от десятков проблем и от тяжкой ноши ответственности. Второй плюс. Перспективы. В детстве, пока вы не успели вырасти и устроиться менеджером среднего звена, вы можете выбрать любой путь развития. Помните, как все мечтали стать космонавтами, милиционерами и президентами? Чуть постарше у вас уже проявлялись более четкие интересы и наклонности, которые можно было развивать. Пока вы ребенок, у вас впереди вся жизнь с огромным количеством путей и возможностей, и в этом заключается самое классное преимущество перед взрослыми. Итак, минусов вышло больше, и я предполагаю, что, скорее всего, со мной не согласится большинство. Но все же, несмотря на всю ту ностальгию о беззаботном и легком детстве, мне гораздо больше нравится, что происходит сейчас, когда жизнь полностью в твоих руках и зависит от твоих действий и решений. И как бы мы ни скучали по детству, все-таки взрослая жизнь, пожалуй, что лучше. Но, чтобы было честно, давайте посмотрим, как считают участники нашей группы. Из 20 тысяч участников, 80% считают, что плюсов больше. На этом все, спасибо, что посмотрели этот ролик. На экране вы видите ссылки на прошлые выпуски, а также на кнопку подписки на канал. Подписаться очень важно, потому что выпуски на Дай 5 выходят каждый день, а порой и несколько раз в день. Ну и, собственно, лайки ставьте, потому что я очень радоваться буду. И пишите смешные комменты. Кажется, 20 секунд прошли. Пока.